Он вам сейчас продемонстрирует, как из куска глины можно сделать несколько изделий. Крупных изделий они делают до 100 в день, а вот мелких изделий могут сделать до 300. Сразу предупреждаю, если глина вам попадет на вашу ткань, на вашу одежду, ни в коем случае не отмываем ее. Оставим, пока она высохнет, потом оттираем, только все это стираем, иначе оставим пятна. Несколько лет назад вот эти станки еще подключили к электроэнергии. Это не такой канакурей, елки. Вот она риса, и вот это ТФ. А вот и нам проводили это нашу, а? Точно. Где его? Где его? Нравится, детишки? Да. Потому что приехали все наши учителя с вами. И лепить главное в зале. Вот там, где много хрусталя. Если будете дергать, изделие поломается.